Привет, ребята, с вами Дима Майнкрафтер. И всем привет, ребята, с вами Дима Майнкрафтер. И сегодня мы продолжаем играть в Майнкрафт. Короче, вы скажете, Дим, почему у тебя такие ресурсы? У тебя же каменная кирка была. Потому что я такой захожу на эту карту, а у меня вот это. И я думаю, а как так? И это вот так вот. Это... Блин, ну ладно, подписчики, не обижайтесь, пожалуйста. Кто-то в комментариях у меня попросил сделать аватарочку. Сегодня вечером выйдет видос. Так что ждите. И вот кто написал под моим роликом. Вот, смотрите, мне кто-то написал, Дима Майнкрафт 747, можешь мне сделать аватарку, твое видео супер. Я написала, а какую тебе надо аватарку, он мне ответил. Ну, мы сейчас залайковаем, думаю, он достоин. И это я писал вчера, потому что я выложил два видео на канал, эти же. И это написал, и это... Все, я уже в майне. Короче, кто подпишется, я тоже ему сделаю аватарку. Напишет в комментах. Так что мы начинаем видос. Так, все, я уже заспавнился. Здесь даже дерево лежит. И это, понимаете, даже дерево лежит. Так, все. Сейчас мы пойдем. Найдем камень. Ой, какой ослик милый. Ты пчеля, я пчеля. Это немецкая овца. Или что? Овца пережила афганскую войну. Не, а что у нее с лицом? Ну, походу, я в песке лазила. Ну, как война есть, она... Ну, просто пылью это... А я хочу спросить, а... Это скала? Нет, это не скала, это... Не могу, у меня сейчас психика сломается. Как такая овца бывает в майне? Это вторая часть Майнкрафта. Овцы пережили афганскую войну. Ну, логика Майнкрафта меня вообще не удивляет, так сказать. Логика меня вообще не удивляет, Майна. Ну, не переживайте, ребят, это нормально, это же Майн. Твою же маму. Здесь что, даже птицы есть? Ну да. Ну, хотя бы спасибо за птиц. Но я, конечно, понимаю все. Но... Птицы в майне, вы понимаете, это... Ну, это майн же. Еще мало появляется. Птицы в майне, вы понимаете? Не, ну... Вау! Значит, попробую войти.
Конечно, вкусная вода. Плывем. Что это такое? Мина? Вот. Воздуха набираю. И... Ой. Ай, что ж ты? Я почти воздух. На последний воздух. Короче, раз, два, три, плывем. Че киты, они меня пугают? Это у них глаз вот этот? Короче, я обращаю внимание. Я, вы видели последний пузырик остался? Я на минуте уже... Меня мама не удивляет вообще! Я вас ничего не... Не, меня вообще мама не удивляет. Я... Гля, как плыву. Гля! Вообще блок. Это бык или корова? Это каст. Да, они хотели в мире сделать каст. Уэш! А что там грибок делает у меня? У меня вопрос такой. Это серьезно? Это бывает? Ну... Как говорится, завидую молчим. Ну, давайте теперь овцу Авиганской войны убьем. Овца пережила. Курятина вообще не похожа на курятину. Вы ничего не видели. Я как ниндзя. Как ниндзя. Кем еще гулял? Тебе убью. А вот тебя, овечка? Не. Не, так просто дело не пойдет. А где еда? Сам. Вы говорите, еды нет у меня, да? Это получается... Ой, ну вообще, меня это так радует. Алло. Ну, понятно. Так. А. Ту-ту-ту.
На сегодня наше видео заканчивается. Ставьте лайки. Ставьте лайки, пишите свои комментарии. С вами был Дима Майнкрафт. Всем пока-пока.